Всем здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас курица будет. Постараемся нарезать нашу курочку мелко. Чересчур не мелко, вот такие. И постараемся нарезать. Потом мариновад сделаем. Когда мариновад готов, будем жарить. Все у нас нарезано. Теперь у меня зира мелченый. И здесь называется кузбар. Сухий. Красный. Перец. Аджика. И соль. Соль по вкусу. Все это положим. Теперь у меня соя соус здесь. Соя соус тоже где-то ложек положим. И все. Будем помешивать. Все это на ночь вы сделаете, еще хорошо будет. У меня времени не было. На ночь я не сделала маринала. И где-то стакан или половина стакана вода. Чтобы наша приправа хорошенько была. Вот так. Закрываем крышку и положим. Когда готово будет наша мариновад, у нас сочнее будет. Курица отдохнула. Теперь на наша какой-нибудь мука, обычная мука. Положим муку, паприка, и соль по вкусу. Я где-то чайный ложек добавлю. Теперь помешаем все это хорошенько. Наша мука с паприкой. Когда помешиваем, мы возьмем нашу курицу, положим на муку. До это время мы будем масло положить. Масло горячее станет. И будем жарить. Вот такие. Курицы возьмем, положим на муку. Везде надо мука сделать. Все у нас состоялось. Я мука сделала. У меня здесь обычная вода. Обычный только. Теперь на сеточку возьмем 2-3 штука. Сетку сделаем, на воду положим. На воду положим чуть-чуть. Стоит. Все, возьмем, обратно мука сделаем. Сделаем муку и масло горячее. Еще. На нашу муку положим. Вот такие способы. Я на три штуку сделаю.
потому что мне жарко, осталось другой дома. И здесь у нас другой. На маленький огонь будем жарить. Вот, положим теперь наше масло горячее. Положим на масло. У нас готово будет, как кентаки. Все, наша курица вот так будем жарить. Я тоже масло поставила еще. У нас картошка будет рядом. Картошку я нарезала вот такой соломкой. Чуть-чуть посолим. Наше масло горячее. Я намочила картошку на воду. Обычной вода намочила. По чуть-чуть будем жарить. Ну, давайте на жарку положим. Все у нас готово. У нас окорочка как кентаки получилось. Вот такие. Еще горячие. Это вчера я сделала в Алексее. Это у нас картошка жареная. Все у нас готово. Ну, давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал, нажмите колокольчик, новые видео приходят.